Привет, ребята! Я надеюсь, вы поставите за это видео мне лайк. А всем йоу, ребята! С вами я, Тимплей. Я теперь не только буду играть в игры, но еще и буду показывать всякие по Лего, потому что Лего тоже все любят. Так что сейчас я покажу самоделку Майнкрафт. Майнкрафт, потому что это одна у меня самоделка. Ну, хотя бы оцените это лайком. Так что давайте начнем. Итак, и вот эта самоделочка. Моя, я ее сам стол без какой-либо помощи. Да, чуть-чуть на это скучненькая, но наоборот даже прикольненькая. И сейчас я подробнее. В этой части у нас находится сундучок, и я туда положил алмазик. Два верстака, как вы видите. И кактус, потому что вы увидели зону желтую, значит песок. Следующая зона — это зона, где пещера. Но я пещеру не строю, я делаю вот такую каменную породу. Вот тут даже руду есть. Ну и факел и динамит. Ну, потому что в шахте обычно лозят динамит, чтобы поскорее найти ценные ресурсы. А ценные ресурсы в Майнкрафте — это уголь, железо, золото, алмазы, ну и лазурит, и редстоун. Ну, если вы все роды знаете, то молодцы. Пишите в комментариях, а мы про... Это маленькая часть, в этой части находится загон. Ну и как вы видите, тут находится свинка. И, конечно, я сейчас маленький обзорчик сделаю на фигурочку. Вот мы сейчас находимся в зоне, где лес. Ну, лес вот тут побольше зоны. Как вы видите, тут я поставил деревья, ну и животных. Как вот эту коровку, овечку и маленькую овечку. Ну, еще, как вы видите, на моей самоделке стоит аксессуары, как вот эта травка вот здесь, вот там, цветочек и грибок. И вот тут тоже грибок. Ну, и я забыл добавить про огород. Огород у меня тоже стоит. Вот он. Ну, и сейчас я покажу вот эти фигурки, где находились они. Так что давайте начинать. Ну, и так, первая, ну, сборная фигурка — это вот коровка. Коровка прикольная, да, но почему-то у нее чуть-чуть мордашка синеватая. Потому что это не от китайских создателей, но они тоже прикольненькие. Вот, это коровочка. Сейчас покажу следующую. Ну и да, следующие фигурки — это овечка и маленькая овечка. Давайте сначала рассмотрим большую овечку. Большая овечка — это очень даже прикольная и хорошенькая. Ну и следующая овечка вот такая маленькая. Но почему-то у нее мордашка зеленая. Вот тоже странно. Ну это я вообще в другом городе покупал. Так что давайте следующие фигурки возьмем. Ну и следующий персонаж — это свинка. Конечно, у коровки есть маленькая коровка, у свинюшки маленькая свинюшка есть. И вот, ну вот это просто свинюшка. Тоже сборная фигурка, как и все вот эти, которые вы видите на заднем плане. Так что давайте рассмотрим еще одну фигурку. Ну и следующая фигурка — это оцелот. Да, вот такая фигурочка, оцелотик, как кошечка. И сейчас я покажу, с какого это набора. И вот эти фигурки, как вы видите, вот с этой вот коробки. Ну, вы скажете, а где тут маленькая овечка? А это маленькая овечка с другого набора. Но это вот эти фигурки
овечка, целотик, свинка и коровка, они с этого набора. Ну, как вы видите, еще тут 4 скина. И сейчас я их покажу вам. Ну и, ребята, я храню все лего, мелкие детальки, я храню вот в этом боксе. Вы, наверное, знаете, что выпускались резинки для плетения. Вот. У меня, оказывается, осталась коробка, и я решил сделать это для лего. И сейчас я вот покажу вот эти 4 скина, которые я показывала на коробке. Так что давайте начнем. Ну и первый персонаж — это вот этот. Некоторые говорят, что это девушка, но больше похоже на мужчин. Так что вот такая прикольная фигурка. Вот. Давайте показывать руку. Вторая фигурка — это какой-то рыцарь. Да, прикольная фигурка, тоже в наборе находится. Ну и давайте я ее тоже поставлю на задний план. Так, и вот я еще показываю одну фигурку. Это вот эта фигурочка. Это девушка, уже понятно, сразу прикольненькая тоже. Есть даже цветочек, вот. Ну, давайте тоже поставим на задний план. И давайте смотреть следующую фигурку. Следующая фигурка — это рыцарь, только он уже в золотых доспехах. Он как лавовый, прикольный, но у него почему-то всегда отпадает нога, когда я начинаю с ними играть. Вот так. Ну и давайте я все вам покажу. Вот и все, ребята, на сегодня это все. Самоделка, как по моему мнению, получилась прикольная, но если и вам понравилось, то напишите в комментариях. Ну и еще я не поленился и сделал лего человечков, показал обзор. И даже на зверюшек. Вот. Ну, а если вы хотите, чтобы я обозрел этот боксик, то я вам покажу в следующей серии, что у меня уже там хранится. Ну, а на сегодня пока что это все. Всем спасибо за просмотр видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем бай-бай!